Итак, как правильно держать балалайку? Ноги параллельно друг другу, чуть-чуть на некотором расстоянии друг от друга, примерно 15-20 сантиметров. Правая нога стоит под прямым углом по отношению к полу, левая чуть-чуть выдвинута вперед. Берем балалайку вот таким образом, на ручке, так, чтобы вот эта сторона балалайки была параллельно полу. По отношению к корпусу, гриф должен быть примерно под углом 45 градусов, если строить угол таким образом. Берете балалайку, опускаете между ног, чуть-чуть наклоняетесь корпусом вперед, прижимая правым подреберьем верхний угол балалайки. Все. Балалайка стоит так, как она должна стоять, именно при вашем телосложении. И никуда не должна деться.